Завтра определится команда победителей республиканского первенства по боксу среди профсоюзных детско-юношеских спортивных школ. Турнир проходит в Гомеле. В соревнованиях принимают участие 10 команд, это более 70 спортсменов. Гомель представляют 3 спортшколы. Это СДШОР Алим 2015, ДЮСША с Киев ГГУ и ДЮСША Омега. Хозяева намерены на домашнем ринге занять весь пьедестал почета. Кстати, в Беларуси в боксе профсоюзные спортсмены в числе лучших. И не так давно они подтвердили статус сильнейших. Месяц назад у нас здесь в Гомеле проходило первенство Республики Беларусь среди детско-юношеских спортивных школ. И профсоюзная школа заняла первое место в республике. Это Шинник, Побаруйская сама, и еще 2 школы были в призах. Республиканское первенство по боксу среди профсоюзных детско-юношеских спортшкол завершится завтра.